Конец государственности страны. Экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавка прокомментировал признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он считает, что Владимир Путин принял самое верное решение, а президент Украины военными действиями продолжает разрушать страну. Если рассматривать то, как участники Совбеза Российской Федерации говорили, то, как говорится, если кто внимательно слушал, то там, в принципе, есть карта и движение, сказано в словах присутствующих, то есть власти Российской Федерации, как дальше будут развиваться. В итоге будет страдать очень сильно украинский народ от решений самого же Зеленского. Фактически он довел до окончания всех отношений с Российской Федерацией.